Мы будем делать пропорцию 440 грамм на 40 грамм. Взвешиваем сухой компонент. Так, 440 грамм сухого. Обнуляем нашу тару и добавляем 40 грамм отвердителя. Маленький объем мы можем перемешать с помощью шпателя. Если мы замешиваем объем более крупнее, конечно, и тогда используем шуруповерт, миксер, насадочку для того, чтобы сделать это быстрее и проще. Протирка углов и швов никогда не по шву, немножко по диагонали надо проходить. То есть угол делаем в одну сторону и угол делаем в другую сторону.